Здравствуйте, меня зовут Олеся Кузина, я победительница прошлогоднего конкурса «Топ самых красивых стюардесс России». Хочу поделиться с вами своими жизненными изменениями. Помимо, конечно, того, что меня узнают люди, это безусловно приятно, хотя я каждый раз этого смущаюсь, мне, наверное, это помогло в дальнейшем, в дальнейших моих каких-то планах, которые я буду реализовывать, не озвучивая. А девочкам хочу пожелать, самое главное, быть искренними, потому что искренность, она всегда цепляет. Если вы будете искренними, у вас обязательно все получится, и самое главное, не бояться ни публики, ни вопросов, никого. И так, просто идти, смотреть вперед, двигаться и говорить, я смогу, и я победитель, потому что каждый победитель в первую очередь для себя. Если ты победил для себя, ты победил для всех. Желаю всем удачи. Сверху, да? Да. А, вижу, да. 9. 155, 8 баллов. Номер 262, 6,4. Номер 123, 8,1. Номер 136, 6,8. Номер 104, 7,8. Номер 106, 8,7. Номер 260, 8. Номер 202, 8. Номер 164, 8,4. Номер 299, 5,5. Номер 266, 8,7. Номер 122, 8,2. 268, 7,4. Номер 107, 6,5. Номер 101, 6,5. Номер 110, 5. Номер 171, 7,5. Номер 113, 8,2. Номер 135, 7, номер 273, 7,5, номер 103, 7,1, номер 119, 8, номер 170, 7, номер 246, 7, номер 126, 7,8, номер 231, 8,1, номер 215, 7,2. Ну, собственно, всех назвали. Вот такие результаты. Спасибо.